Всех приветствую на нашем YouTube-канале. Всем доброго времени суток. У нас очередное видео. 15 минут нумизматики. Такая вот у нас имеется коробочка, которую мы перебираем. Вот. Посмотрим. Тут разная копанная мелочь. Все скидывалось в одно место. Сейчас мы ее вместе с вами переберем и посмотрим, что же здесь интересного, что неинтересного. Так, итак, начнем с нашего видео. Так, здесь у нас СССРовская ходячка, 3 копейки, 61 года. Следующая наша, так, здесь у нас монетка такая вот. Пролетарий всех стран соединяйтесь. Хорошая, конечно, монетка, по-моему. Да, 3 копейки. Какой год, не читаем, не видно плохо. Так что я думаю, что будем, как говорится, смотреть следующую монеточку. Так. Так, 2 копейки, 63 года. Интересный год. Такой более довольно-таки старенький. Сейчас мы быстренько посмотрим, что он с себя представляет. Это 63 год. Кстати, 63 года выпустил только 2 монеточки. 1 копейка и 2 копейки 63 года. 2 копейки 63 года. То есть 70 рублей. Что, как бы говорится, более-менее. Так, следующий у нас здесь. У нас здесь Буратинка. Затертые. Ничего, в принципе, не видно. Видно немножко всадника. Так, 20 копеек. То реформа. Тоже год не читаем. Хорошо. Смотрим. Опа, 2 кроши. Польских. Здесь немножко, так что будем смотреть следующую монетку. Здесь у нас 1 копейка. Какого года не видно. Вот так вот. Надо чистить, смотреть. Может, еще что-то прочитать. Следующая наша. Это у нас 1 копейка. 61 год, кстати. 1 копейка 61 года. Сейчас посмотрим, ради интереса. Кстати, у меня ее нету. Стоимость 50 рублей. Так, у меня ее в коллекции нет. Так что я отложу. Возможно, почистю. И будет у меня в коллекции монеточка. Так, следующая у нас такая вот пострадавшая монетка. 3 копейки 30-го года. Это кто-то пытался с нее здесь такое вот сделать. Кто-то такое вот заклепывал, что-то пытался сделать. Не знаю, что. Но что-то пытался. Так, следующая у нас монеточка. Это у нас 10 копеек. 88-й год. Купанных. Так, следующая это у нас 84-й. 15-й ходячка. Ничего, все, у меня здесь пошло вообще коробочку. Все нормально. Так, 15 копеек 48 года. Сейчас быстренько посмотрим. Посмотрим цену данной монетки. Вместе с вами посмотрим по каталогу. 48 год. 48 год. 20 копеек. У меня она есть. Стоимость 15 копеек. Стоимость 50 рублей, она у меня уже есть в коллекции. Так что вот такая вот. Так, СССРовская какая-то купонина, как говорится. Так, 82 год, 2 копейки. Есть редкостным экземпляром, как говорится. Так, следующие 2 копейки 70-го года. То есть, по-моему, у меня она уже есть. Но вместе с вами сейчас глянем. 2 копейки 70-го года, стоимостью 10 рублей. Она есть. Так что мы берем следующую монетку. Вот так вот. Так, следующая у нас монетка. Это у нас 1 копейка. Год, кстати, 1821. Как видно, ROW. Вот так вот. 1 копейка. Такая вот. Так что времен, как говорится. Так, 73 копейки 71 года. И прилипла у нас сюда какая-то субтепия. Так, 1 копейка какого-то там года, плохо видно. Так, следующая наша монеточка. Это у нас СССРовские 2 копейки. Так, следующая наша монеточка. Следующая монеточка 71 год, 3 копейки. После чистки пытался чистить. Вот такая вот она у меня вышла. Ой,
Так, здесь у меня где-то далеко. Так, следующая у нас монетка 75 копеек 75 года. Сейчас я гляну. 5 копеек 75 года стоит 70 рублей. Но у меня есть самая дорогая с этого года. Это 50 копеек. 2,5. 1 рубль 1500. А, я уже, кстати, говорил. 20 копеек 2300. Хорошо. Такая вот. Так, у нас 62 год, 2 копейки. У меня уже она есть. Монетка не довольно редкая. Попадается. Так, щитовичок. Видно, год 32. Так, чтобы было в хорошем состоянии. Сейчас, кстати, посмотрю. Скажу вам цену по данной монете. Так, у нас 32 год. 20 копеек 32 стоимостью 70 рублей. Отличное состояние. Следующая наша монеточка. Это у нас 2 копейки 82 года. Уже была сегодня. Так, 2 копейки 26 года. В таком состоянии. Так, сейчас скажем вам цену по данной монете. Если бы она была в хорошем состоянии. 26 года стоила 80 рублей. Так. Следующая наша монетка, это у нас вот такая два фининга. Это, кстати, еще у нас какая-то Первая мировая война, по-моему, австрийские вот такие вот, с вот таким вот орлом, довольно-таки симпатичный. 2 копеечки. Вот так вот. Так, следующая, 20 копеек 61 года. Так, следующее у нас тут. Так, 3 копейки 80-го. 2 копейки 26-го состояния. Вот такое вот. Она, кстати, сегодня у нас уже была. Более в хужем состоянии. У меня в коллекции есть, так что мне не нужно. Так, следующий у нас тут 15 копеек щитовичок. Год не виден. Вообще убитый хлам. Следующая это у нас монетка, это у нас что-то было здесь такое вот затертое. Ничего по ней не видно, ничего не читаемо. Так что следующее это у нас так, 2. А филлера, по-моему, если не ошибаюсь. Такая вот сорло. Так, 2 копейки, не видно. Ну, это просто реформа. Так, 82 год, 3 копейки. Ну, было у нас у них уже. Так, следующий у нас тут. Это у нас польская баратенька. Вообще затертая, ничего не видно. Следующая у нас копейка. Это у нас 75 год. 75 год, 1 копейка уже была у нас. Так, это что такое вот затертое, надо чистить. Тоже плохо видно. Так что, по размеру. Что она. Что одна копейка, что-то одинаковое. Так. Дальше берем. Здесь крутилось. Так, у нас тут один, как говорится, ганцевский. Да, вон птичка видно. Ганковский. Так, 61 2 копейки, 2 копейки 71. Так, следующий у нас 61 код. Так что, так, следующий у нас это у нас советская российская ходячка 50 копеек. Какого года у нас? 2010. Так, следующая наша монетка. Следующая наша монетка это СССРовская, 3 копейки, 71 год. Так, нужно ее, конечно, чистить. Времени у меня их нету. Здесь вообще не видно какая. Так, здесь у нас вот такая 5 копеек, 85 год. И дальше у нас.
дальше у нас 5 копеек СССРовских 82 года. Следующая у нас монетка. У нас тут 20 копеек 61 года. Таких вот затертых, убитеньких. Тут у нас все меньше и меньше интересных находок здесь. Так, 20 копеек щитовик. Убитая. Так. 85 год. Здесь 3 копейки. Что у нас здесь? У нас здесь какая-то вот такая вот. Ой. Медная монетка. Австрийская, походу. Такая вот уничтоженная, затертая. Уничтоженная. Ладно. Так. СССРовский. 84 год. Следующих у нас СССР 61 год. 3 копейки. Так, 20 копеек 61 года. Дальше у нас 1 копейка 81 года. Кстати, по 1 копейке надо обратить внимание у всех копеек. Конечно, монетка не сильно редкая. Но все-таки мне надо посмотреть. Возможно, у меня нет. Нет, она у меня есть 1 копейка. Кстати, самая дорогая с 81 года. Это 1 рубль, который стоит 1600 рублей. Так, это у нас идет сюда. Так, это у нас 2 копейки 71 года. Коллекции. Так, это у нас опять Австрия. Такой вот у нас тут герб. Лесенький. Два филлера. Так, 5 анцевских, как говорится. Тут, кстати, вот читаем. 1940 год. Так, что такое вот. Так, СССРовских 43-й год, кстати. Сейчас я гляну ее цену. И, наверное, на этой монеточке мы закончим чем данное видео. И продолжим с вами в другой раз. Сейчас открываю свой каталог. 3 копейки 43-го года. Военный год. Я думаю, самый такой переломный. Так, смотрим. 43-й год. 3 копейки 43-го года у меня в коллекции есть. Так, так что номинал ее. Так, 50 рублей она стоит. 3 копейки 43-го года. Интересно, да, год у нас. Война идет, а монетки что будет. Итак, ну что ж. На этом, мои дорогие зрители, будем завершать данное видео. Вы видели все, что было. Вот. Данной коробочки. Я думаю, тут еще на один раз. И будем приступать к следующей нашей коробочке. Так что подписываемся на канал. Ждем другие видео по данной тематике. Если вам нравится, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. До новых встреч. Всем пока-пока.